9 июня в поселке Ростовка прошел оргкомитет по подготовке к финальным стартам областной спартакиады «Королева спорта» и всероссийским летним сельским спортивным играм. Соревнования состоятся в июле. Заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова и министр спорта региона Дмитрий Крикоренц оценили степень готовности всех объектов, где будут проводиться состязания. Было важно посмотреть общую готовность не только спортивного стадиона, но и в целом как бы поселения, мест проживания. Это две школы, которые здесь будут задействованы под проживание участников нашей «Королевы спорта» местной, да. Ну и естественно, как бы сам стадион, ну, очень хорошая степень готовности. На стадионе в Ростовке появилась современная легкоатлетическая дорожка, футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны на 1500 мест, волейбольная площадка и другие локации, которые гарантируют высокий уровень проведения соревнований. Финальные старты «Королевы спорта» пройдут с 7 по 10 июля, а еще через пару недель с 26 по 31 июля Ростовка будет принимать всероссийские летние сельские спортивные игры, которые впервые состоятся в нашем регионе. Ряд видов спорта будут проходить на территории ростовского сельского поселения, именно на этом прекрасном стадионе. И на сегодняшний день где-то порядка около 50 территорий заявились на наши всероссийские игры. Заявляются команды из Белоруссии. И думаю, что нам не стыдно будет показать такую базу именно в поселке Ростовка. И думаю, что этот праздник, который здесь состоится, как областной, так и всероссийский, хорошее впечатление останется у всех, кто будет у нас здесь выступать. На сегодняшний день заявки на участие в играх подтвердили 47 команд. Сборная Омской области выступит в соревнованиях по 9 видам спорта.